жесткий удар. О, заебись. Фигась. Ай, блин. Йом Арайвл. Я возьму. На, сука. Не успел, не успел. Сейчас ты поймешь, насколько он крут. Все, второй. Подожди, я в заставке, не трогай меня. Все, я же сказал, жопаню. Темные гонщики. Возмездие в мире гонок. Всем здорово и без Б, если вы сегодня не в настроении. Сегодня... Мы вам поднимем его. Блин, опять мы в разных командах. Тупиздень, автолок, он мне... Автолок говно. Да полное вообще. Нужен автолок версии 2.0. Да. Пока мы будем в разных командах, я буду брать дебильные машины. Я Астон. DBS возьми, да. Я никогда не брал DBS. Это Астон Мартин, соблазнительный, мощный и изысканный DBS. Не соблазняй. А я возьму самый охуенный цвет. Да что? Что? Это что, а не что? Я сказал, что? Зеленый. Итак, перед вами соленый морской вареный наливной красивый огурчик на Астоне DBS. Нихуя он дрифтует. А ты на чем? А я на Ауди. О, я на Ауди. Ну, как всегда, на Суперлигере своей любимой. Слушай, мне кажется, тут кто-то не играет. Его задержали. Нет, он не играл, просто его разбили сразу. Нет, просто мой цвет его просто сбил с толку. Ты чё, ты покушаешься на мой цвет? Не тебе я. Он не нравится? Это был не я. А я не про тебя. Ой, никто не переходит к задержанию. Я ебануться, Павел. Кто? Говники. Я, короче, любил гонщика. Я вот тут взяли, меня разбились. Ну нифига, нуб. А я спрятался. Жопой задержу, жопой. Жопой задержу, сука. Я тебя с жопой своей. У-ху! Что произошло, пока я там стоял? Я жопой брал. Что? Кого ты жопой брал? Я жопой брал его этого. Ты где, впереди или позади? Я сзади. Я очень съеду. Сверху. Главное, шипы вообще на шару кинул. Зеленый огонь из зеленой машины. Как иронично. Как меня с ним разнесло. Что? Занесло, да как сильно меня. Сейчас мы будем пипи делать все на всех. Как? Так. Давай, дрифтуй. Ты там дрифтанул сейчас. Я вообще... Зеленый огурчик! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой. Ай. Есть. Ой, я врезался вчера в Куба. Да? Спасибо. Не за что. Ой, что за друг всегда поможет тебе. Слушай, да вообще, как же не помочь зеленому огурчику? Ну да. Зеленые огурчики всегда помогают друг другу. Ты признаешь, что ты зеленый огурчик? Не, у меня реально такой стёбный цвет. Ой, мне это вообще не отправили. А ты вообще играешь или переписываешься? Я играю, что? Да? А, ну я так просто спросил на всякий случай. Нормально, 19 километров, впереди заграждение, сзади 4 копа, все круто. Настроение просто отменное. И один гонщик. Я прорываю Каены, теряю жизни. Да, блин, опять этого гопа сбил. Ну, очень дебил. Рычаю. Это моя зеленая аура. Странно, меня никто не трогает. Наверное, зеленый... Я сзади. Я, наверное, незаметный. Я сзади. Пропускаю. Окей. Вот черт, я сейчас последний останусь. Это будет игра на выживание. Воу! Нифига! Я отстаю! Как они это любят говорить? Машина разбита, я отстаю. Фу, нифига ж себе! А зеленые Астоны рулят все. Ром, с сегодняшнего дня я всегда буду ездить на этом DBS. Ты бы видел, как я офигенно ушел от шипов и его эманул. Он взлетел на меня. Я, наверное, кинул другой как-то. Погоди, а Том Таппи какого уровня? 20-го? Том Таппи, да, 20-го. Оооо, опасно. Таппики 20-го уровня. Ладно, заеду-ка я в срезку. Чё-то я не хочу с ним драться, Ром. Скажи, а чем ты занимаешься? Ты же вроде коп. Я тут, короче, поджидаю кого-то. Да, надеюсь, не меня, нет?
Что? Нифига, я ушел от шипов. А я крутой. У меня еще подавитель. Так, три, короче, на Не трогай кома. Меня, не трогай. На кома, смотри, впереди на кома. Это веселье. Смотри на копа впереди, смотри на копа впереди. Я не могу, у меня сзади копы. Они хотят меня жопнуть. Да как я дрыгнул, а? Я вообще так на бум сейчас проехал поперек. Я тебя бом-бом-бом. Дебил С рулит. Бом-бом-бом. Нет! Бом-бом-бом. Может ты выручишь, а? Такое веселье пропустим. Пожалуйста. Пожалуйста. Блин, не успел. Нет. Не Астон Мартин, Астон Мартин, дебил С задержали. Да. Дебил, так хотел повеселиться, а? Так ты, я почти, я вот тебя прикрывал как мог, ты же видел. Наверное, да? Нет. Я видел, мы тебя просто прижали к стене и насиловали. Он тебя выебал. Я тебе серьезный, он, наверное, возбудился на мой зеленый цвет. Я хитро выебал просто. Вообще, ну я понимаю, что я огурец. Но он же зеленый, он противный. Чувство отвращения как минимум. Ладно, 4820 очков. Дебил С весело прокатился. А нафига тебе очки, все равно ты... Этот Андрюха уже карьеру же прошел давно. Ну так, чисто для спортивного интереса. А будем девочек ебать, как девочек съебато. Чё? Я запутался. Ты, по-моему, очень жестко запутался. Девочек будем сейчас делать. Вот видишь, две девочки. Давай, вижу, две девочки 20 уровня. Давай. Да, я возглавляю. Второй 20-х еще какой-то лох первого. Давай, все. Я возглавляю. О, я возглавлял. Я беру топ нач, так как он самый крутой. Я беру, наверное, тоже. А, не, я беру второго 20-го. Я, наверное, тоже, наверное, топ нач возьму. Он сзади. Ладно, я буду преследовать первого, Ром. Я только начал беру. Спасибо, что потолкнул. Поэтому ты на меня нацеливаешь. Случайно. Ты поаккуратнее. А я прошел заграждение. Подожди. А кто ж тогда за мной-то? Ладно. Так, это не ты за мной, да? Нет, я за топ-начем. Это первый уровень. Можно сказать, гражданский за рулем. Да. Жестко, бортуем его, есть! Не успею, я не успею, я не успею, я не успею, я не успею. Взял, так, читок меня... Я не успел. Ах, не успел бокс дать. Надо было сразу вперед ехать, теперь он оторвался. Блин, ну я как всегда. Я разбил тут нача. Да ладно, задерживай, задерживай. Он ушел. Он испугался. Ну, трусы. Что сказать? Круто, Ром. Ты такого никогда не делал. Я нацеливаю Эми в воздух, пока там нет гонщика, потому что я знаю, что он там выскочит, и он попадется на него. Это просто дар предвидения. И тут я взял и его топ-начи испугал. Да? Испугал его просто своей фразой. Будем делать как девочек, девочек. Сколько у него же шипов? По-моему, он уже все использовал. Запросил босс переключить. Есть! Нет! Не есть. Ром, спасибо за вертолет. Я тебя благодарю. Кто Эми попал? Заебись. Ладно, сейчас момент догоним. Так, он мой. Он заряжнее. Есть! Нет! Да что такое? Ром, не надо. Я вам... Спасибо. Попадется на да, шипы? Да, я его сделал. Да ладно. Попку. О, вертолет. Как ты его сделал? Я его, это короче... была моя девочка. Я не сделал ни одной девочки еще. Я, короче, взял шипы. Я тупо думал, что он сейчас объедет шипы мои. Слушай, что за фигня? Я так красиво дрался, ни одного задержания. Я мог бы его сделать. Я тоже. О, хочешь, как так я сделал? Был некрасивый, да? Не, ну ты... Ладно, всем до свидания, извините, что... За упоротый голос наш. Да, но мы будем стараться. Всем до свидания, пока. Всем пока.